Продуктовая корзина крымчан стремительно дорожает. Особенно поражают цены на яйцо. Она уже зашкаливает за 60 рублей. Цена растет каждую неделю. У нас яйцо 58 рублей десяток. Везде оно уже 66-68 рублей. Но мы не поднимаем. Мы хотим народ привлечь к себе. Пусть я буду не иметь его ничего, но пусть народ хотя бы к нам заходит. Да, я ж вот новости смотрела, в связи с светом сказали, что свет подорожал. Потребительская корзина – это некий набор товаров, что обеспечивает комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяет его минимальные потребности. От состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума, который пересматривается каждый год и напрямую связан с ценами. Устраивают ли людей цены на продукты, так сказать, первой необходимости? По карману бьет существенно. Я их не ем. Что нужно вообще яйцо вообще не кушаете? Не ем. Всех беспокоит, не только всех пенсионеров, я имею в виду. А что мы можем сделать для этого? Продукты питания в потребительской корзине составляют около 50% ее стоимости. Для сравнения, в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%. Стоит упомянуть, что большинство российских семей тратят на продукты питания также больше половины семейного бюджета. Здравствуйте. Хлебушек белый сколько стоит? 20-21-22. А в январе месяце сколько цена была такая? Ну сколько хлебушек в январе стоил? Я сейчас уже даже не помню. 19, может быть. Подорожал? Да. Рубль 2? На рубль подорожал, да? В продуктовую корзину входят также мясо, рыба, молоко, овощи и фрукты. Добрый день. Сколько ваша картошечка стоит? 30 рублей. 30 рублей. А в начале года помните, какая цена была? Честно сказать, не помню. Где-то примерно так же. Так, тогда не подорожал картофель? Ну, вообще подорожал, была 20-25. Сейчас пока по 30. Рублей 10, да, разница? Огурцы стоят 90 рублей. Ближе к новогодним праздникам их цена поднимется до 100. Есть в корзине раздел «Прочие продукты». Это специи, соль. Купим зелень. Сколько стоит? 10 рублей как стоило, так и стоит? Ну, у меня Саня по 10 рублей. Пока по 10, я... да? Да, по 10 рублей. А луку зеленого тащите? Два пучка. Давайте луку берите. Сколько? 30 рублей давайте. Ого, не-не-не, мне зачем? Один хватит. Пару возьмите. Хороший бизнес. Итог похода за покупками в продовольственную корзину неутешителен. За этот год подорожали практически все продукты, некоторые на 100%. Продавцы говорят, что до Пасхи яйцо подорожает до 100 рублей. В некоторых торговых точках города еще можно купить яйцо за 58 рублей. Светлана Поляруш, Анатолий Мажухин, Новости 24, Крымск.